Шредер что хочет на замену? 7 КДПС, ага. Посмотрите шмот Бохруса кто-то. Да я смотрел, у него даже кружка есть. 254. Значит, ну, сейчас посмотрим. Что-то не то. 36 уничтожений. 30 силы, РПБ, череп, кружка. Не, какой череп? Выбор. На фрост ДК выбор? Да, ну если другой трени нет, что хочешь. А ну тут сундуков падает. Давай. Шкаф поставьте сразу. Ребят, давайте уже, отлипайте. Вы чё тут первый раз? Я не пойму. Сообщение дня читаем. Не знаете тактики, вы идете в ЦЛК 25 обычку. Даже на допронос. Даже с нуля. Вы уже должны были мувики все посмотреть. На каждого босса. Вас не должны учить в 25-ке. Здесь РЛ вам только может освежить память на тактику. Словесно. О, Тёма, можно тебе... сказать или попросить, или не знаю как еще обратиться. Вот смотри, вот ты релишь, да, и есть, ну, очень большая важность в том, как ты релишь. Вот если ты напрягаешь людей, то есть повышаешь голос или говоришь часто и много, то ты создаешь атмосферу определенную в рейде. Вот если ты, ну, будешь поспокойнее, и когда ты говоришь что-то, да, то есть, ну, это должно иметь смысловую нагрузку. Вот, допустим, Дори дай гимн на ХП на взлетке, да? Все, он даст. Ты, когда релишь, ты говоришь много лишнего того, что не имеет смысловой нагрузки, что не помогает людям. Они просто слушают тебя. Ты говоришь 5 секунд пакт, 5 секунд тени. Вот эти две фразы удали и оставь. Пакт появился, сбежались, все, одно слово сказал, и тебе проще будет, ты будешь меньше напрягаться, и люди будут сами смотреть за пактами. Тени то же самое, просто ник назвал ИТЮ, выбегай, все, больше не надо. Вот эти вот 5 секунд не говори, это лишнее, ну реально это нагрузка. Я большая. Понял тебя. Лил, засмуньте. Ты его смунь, он не... Проблема не в том, проблема в том, что я уже сколько траев только увидел два раза ГП, даже три. И кто ты себе толсов? Смотри, у нас сейчас тяжело по захилу, потому что 4 хила, 5 хила нет пока что. И есть вероятность, что не предвидится. По ДПС мы вывозим, но сейчас те, кто получали ГП, они получали заслуженно за дело. Все остальные траи были за, ну, тяжести не прохила. Причем, судя по статистике, не прохила, к хилам претензий тоже не было. Я сейчас только до одного, я ебаю 264-й ардру. Юль, стоп, пожалуйста. Четыре куска. Ладно, сейчас трай дадим, у меня потом еще предложение есть. Это Дори сделать ДЦ обратно. А вместо силы взять задуму. А, нет, вместо силы. А, Дори уже нет. У Дори уже нет ДЦ. Сделает. Нет. Возьмет и сделает. Так, Макс тут. Рыбу поешьте, чек на готовность. Что, я мало ДПС, что ли, дал, я не пойму. Там проблема-то, что силу заменить. Ну, я про соленого подумал потом. Что он тут первый раз? Соленый я носил. Он перепутал просто. Бафы раздаем. Мне казалось, сила это девочка. Они там меняются. Сейчас сидит. Да, у соленого, правда, ты бил такой себе. Просто у силу там этот паренек умеет голос менять. Понимаешь? Так что... Полезный навык.
если на него орут, то за девушку. Да, сразу. Чек на готовность. Все готовы, отчет на пул. Это было неразумное решение. Разбежались. Где мирик? Лопасос. Факт. Watch done. Факт. Силу. Факт. Шаман, это темы три, кто поставили. Идти. Клинит, ты вот НЖ бьешь вместе с 30. Ты сейчас куда шел? Начинаем представление. Бля. Мангел. Маша, Берри Мангелов. Факт. Дори. Листобал, дай после того, как метку вынесли, бумага нет. Факт. Котяка побежал. Факт. Шаман, это тотем и трепета. Котяка побежал. А соленый на месте стоит. Он вообще не убегает. Соленый что, погнал что ли? Соленый и сова, не вы не гранже стоите, кстати. Наберите, да. Вообще лок не сбегался с фактом, охренеть может. Отдал сакру. Про хил рейда. Дори, дай гимн на хп. Хорош. О, это другой. Кусали. Факт. После факта обычно дают. Твинси побежал. Шейпер. Шейпер. Раз. Ну где Гера? Далее.
Факт. Силу. Мама, Эдик, отойди чуть-чуть, тень не бей, бью. Я, отойди чуть-чуть от него, вот на ДНЖ. Кто там еще? Дрен, раньше Дрен там. Центр он есть, да. Ох, уж ну, ништяк. Факт. Бокус. Бабл, а готовь, бабл, тут? Готовь, бабл, готовь. Стол. Давай, бабл. Нет, тут бабл убили меня. Да, тип можно добить ее, да? Не можно. Короче, шейпер обосрался. Лок, соленый, скажи, пожалуйста, почему ты не сбегаешь? Ты что, из центра, к тебе бегут два человека. Ты ни шага сделал. Поменяйте уже снести. Соленого. Нет, я хочу ответ услышать. Соленый, ты слышишь, Ширка? Почему ты ни шага не сделал на сносе пакта? Двое бежали, ты стоял на месте. Почему? Ты не знаешь, что его сносить нужно или тебе насрать тупо? Скажи, пожалуйста. Он постоянно мах умирает. Постоянно только один мах умирает. Что с ним не так? Слушайте, а разве укус должен сниматься гоушем? У меня какой-то косяк получился, но мне кинули укус. Но вот произошло в момент, когда должны были появиться тени, я что-то с перепугу дал гоуш, с меня укус снялся. Что ты задумываешь? Кош. Кош, плащ. А ты не нажимай. Ну, я говорил, там... Ты на взлодке можешь снимать? Или нет? Тоже снимаешь, что ли? Тени снять. Кош, ну я должен был тени снять, я думал, что тени на меня даются. Я отбежал и дал кош, с меня укус. Задум в инст. Соленый на замену. Ну значит не давай. Пэш, можно не скажу, дай, пожалуйста. Да? Люди, вы следите немного за тем, на ком укусы. Не надо от них бегать. Мак, я за тобой секунд 6 бегал. Не надо убегать. Зачем вы убегаете? Если к вам подбегает человек красным, да, с красным бафом, значит он хочет вас укусить. Он вас укусит, он берет... Я перебил лимон, сори. Я сказал уже все. Этот. Почему Лил не был укушен? Это ты, короче, по всей мили-зоне. Так, вот, тоже хотел сказать. Я хотел попросить как раз-таки Лила, Рогу, и Арок, вы выбегаете после вторых укусов к РДД, потому что вас сложно тыкнуть. Вы там в толпе стоите, очень сложно тыкнуть. РДД кусает РДДшников, милики-миликов. Я тебе могу рассказать, как тыкнуть любого человека в рейде. Вот гайд для всех, слушайте внимательно. Открывайте общение, рейд. Там такая есть надпись группа 1, группа 2. Так вот, на эту надпись берешь левой кнопкой мыши, тыкаешь, нажимаешь, давишь, не отпускаешь и тянешь. О чудо, я вытащил группу первую, Мидвей, тыкнул, о смотри, тыкнул на Мидвей, на Роми, на Ханта, на Дыгдымыча, на себя. И могу на любого тыкнуть. Все сделайте так, и вам будет просто все. Выбирать либо скачайте человека. Аддон Грид, еще какой-то. Рид буду, хиллбот, что угодно. Вы видите, что вообще происходит с Ридом. С Ридом достаточно, там еще и бафы. Мне экран показать. Не позволяет так вытягивать. Я играю на... Знаешь, на... как заходишь? Заходишь интерфейс, короче. Знаю, я знаю. Можешь не объяснять. Я играю на нетбуке, еще раз говорю. У меня очень маленький. У меня комп мой слаб. Будет готов только через неделю. А как у тебя ник? Мамаедик. А как ты на него вообще играешь? Через неделю только у меня будет готов комп. Ну, видать, у тебя хороший нетбук, раз он не висит. Предлагаю сейчас вот шейперу не падать, и мы убьем. Не, вы поверьте, лагает ужас как. Предлагаю укусить Лила хотя бы, он 13 отдавал. По поводу укуса, смотрите, первый укус... Ребят, тише, тише. Первые укусы пусть получают РДД, получает хант укус, отдает на другую сторону, то есть направо или налево от центра, второй укус. Третий укус, один милик выбегает, то там, не знаю, вот шейпер, роми и так далее. Одному милику укус отдаете РДД, продолжайте раскусывать РДД зону. Милик кусает мили-зону. В мили-зоне там сколько человек у нас, нам хватит на 2 минуты этого укуса, на одного милика. Ловёный, ТП-шься в Долоран? Милику отдается третий укус, ну либо третий укус, либо четвертый.
Потому что первые должны отдаваться РДД, им легче кусать, потому что не нужно бегать от полнотели к РДД и обратно. Проблема не в том, не, но я знаю, что от второго укуса дается меликом. Первый ловит РДшник, а потом... Второй? РДшник. Нет, второй хант или приста там ловит, отдает другому РДшнику, чтобы слева и справа раскусывали, а третий укус милик. Я думаю, в этом ради больше миликов, не? Нет. Нет, РДД больше. А, туда можно так было. Фулбаф, чек на готовность. Для нету пристабов. Макс, у тебя есть ДД фласк, не? Макс. Чё тебе нужна ДД фласк? Да, почти убили. Три ляма, уже меньше. Пытается. Ну так, каким темпом их хостпоты закончат? Такими темпами про товары топ-танками будут на сервере. Чек на так готов. Не так топ-танки. Он боедик, что такое? Все готов. Правильно? Боедик готов. Боедик. А чё тут пол? Плюсую. Это было неразумное решение. Фак. Дори. Поешивай первый. Факт. Турбойс. Пак. Арок. Пак. Всегда набирайте на нужду после пак. Шаман, это темы трипта. Орхидея. Начинаем представление. Факт. Чуть испугался. За дом. Факт. Клизма.
Ты вернись уже. У тебя еще второй взлетки не было? Так. Нет. Нормально. Должны убить. Итью. Шаманы ТТМ и Трипет обновили. Дори, на Итью, пожалуйста, этот антифир. На Ясака. Рейндж набрали после фира. Как и фира, сразу рассосались бегом. Рейндж набрали 8 метров. Друж, кто там? Бокрус, отойди от него. Держим рейндж, прохиливаем. Хилим сами себя. Усы, не прослакайте. Факт. Чучула. Гера. Раскусайте сначала, алло. Блять. Вот за те это... Тебе, извини, за раньше времени. Ладно, бейте спокойно. Меня уронили, блядь, и танк вводит так. Гера. Старайтесь хилов не кусать. Да, если вы будете кусать Твинси вместо Вудшейпера, ну, вы никогда не убьете этого босса. У вас что? Я вам объяснил, как вытащить рейд. Кроме ханта, который на ноутбуке играет, все это могут сделать. Сделайте это. Блять, убить это, сверните село. Или уже поздно, да. Ну, кусать надо только в последнюю очередь. Еще по поводу взлетки. То есть, когда вы сначала раздаете укусы, там выносите пакты, выносите метки, потом даете... Ну, то все. Вот, кстати, правильно говорят. Напишите макрос. Макросы все умеют писать в белый чат. Укусите меня, например. Обычные два слова. Сделайте такой макрос все. Если вы не будете помогать друг другу играть по тактике, вы никогда ничего не убьете. Начинайте думать, ребят. Делайте макрос быстренько. Кто-то напишите, дискорд киньте, люди скопируйте. И побыстрее это делайте. Не надо хилов кусать. 16 укусов в рейде должно быть. Все должны быть на ДД. И все должны быть на ДД. Хилов в танках вообще кусать нельзя. У вас так ДПС хватает 245 тысяч ДПС сейчас был конечно. Если бы укусили не Твинс и не Эрдру, у вас бы было бы ДПС 260. И убили бы Лану. Не кусайте хилов. Разве Твинси еще кусали? Да. Буку и Твинси укусили, я видел, как бы я сижу, машу, ничего не говорю. Что говорить-то после того? Они вместо хила бегали, искали кого кусить, да? Прикольно. Я про макрос. Про макрос говорю, ребята, напишите в Дискорд кто-то, прямо сейчас его скиньте, и все 25 человек его скопируют. Если вы этого не сделаете, я сам сделаю. Не буду начинать пулить босса, пока вы это не сделаете. Кто без укусов? Этот макрос выносите себе, на единичку ставите. Выкидываете скилл, который на единичке стоит, ставите макрос. И когда вас Вудшейпера не укусили, ты пишешь. Тыкаешь этот макрос. Видят, что ты не укушен. Выбирают тебя. Там, где я говорил, вытащить панели с рейда. Все 5 групп вытаскиваете. Нажимаете на Вудшейпера, кусаете его. Не надо кусать твину. Если вы будете относиться... Ну вот так вот, типа, о, кусил хилов, там хер знает, кто будет дамажить за ДПС, а фиг с ним, да? Не прокатит такая фигня. Поставьте рыбку, пожалуйста. Сейчас, да. Кто без укуса, можете смотреть, там, в таргет взять кого-нибудь с укусом, и за 5 сказать, секунд, за 10 макс. Лучше, да. Просто класснуйте два раза макро, чтобы люди понимали, куда бежать нужно, если вы сами не разбираетесь. Хотя я не знаю, как можно не отличить человека, у него там он багровый весь такой. Если к вам бежит, понятно, что укусить хочешь.
Мастер бежит еще. Бегу, бегу. Кстати, ребята, для тех, кто не видит, кто укушен, неплохая идея действительно скачать себе хилбот. Даже там магом, хуягом, хантан, извините. Потому что в хилботе, вы видите, вот когда у вас человек укушен, он у вас становится другого цвета. А дончик простейший, можете настроить его маленьким сделать. Я советую воду. Хилбот опустим на дом. Не гони на хилбот, играешь на 5 лет. Ну-ка все понажимайте эту фигню, укусите меня. Этот... Сейчас погоди. Нормально. Только не спамьте, один раз нажмите в бою, чтобы не засирать эту комнату. Дадим, два раза будет достаточно. Я говорю, будете так относиться, хилов кусать, вы не убьете. Ну, твинти, скинь. Два танка можете кусать там. А, ну это... Это уже когда 16 укусов. Конечно. Получается. Да, получается 16 укусов, ребята. Остаются неукушенные. Два танка, 4 хила. Это 6 человек. Плюс 3 ДД, РДД. Проблемы в этом нету. Если вы этот не видите для РДДшников, если вы не видите, кого укусить в РДД зоне, побежали в милизону. У вас там туча ДДшников. Еще можно назвать три ника людей, которых, которые слабые, которых не надо кусать, потому что они мало ДПС делают. Орхидею тоже не нужно кусать. Орхидея, Арок, Элемент Про, вот 8000, да, и Мастер Олд, что дал 8000. Я дал по другой причине 80. Я не знаю, я уже не могу депасить просто. Ну смотрите, меньше 10 у нас дают 2 человека. Элемент, Орхидея и Мастер Олл сейчас дал 8. Вот этих трех. У меня укуса не было. Ну кусайте в последнюю очередь. Элемент Про, Орхидея и Мастер Олл. Вот эти трое. Всех остальных в первую очередь. То есть старайтесь как кусать. Так, по бафам посмотрели. Чек на готовность. Сейчас люди, боясь никого не укусить, кусают кого-нибудь. Они не готовятся кусать. Не готовятся кусать. Я объяснил, что надо сделать, чтобы кусать не кого-нибудь, а ДД. Еще нажимайте кнопочку «Следовать за человеком», он к нему сам впритык подходит и кусаешь. Ну, это да. Смотрите еще, хилы обычно стоят в центре. РДД слева-справа, поэтому цель укуса выбирайте всегда. А сначала не в круге, потому что в круге стоит. Вот и все. Чекки допогнали уже. Все, без 15-11. Так. Чек еще раз на готовность. Все здесь, отчетно. Факт. За дом. Факт. Элемент Про. Факт.
Котяка и Кли. У вас 100% нет рэнда. Там втроем стоите. Котяка, Лычданан и... Ага, вот, обсосит. Факт. Шаман, это тем и трепетом. Клизму. Клизма! Милики, отойдите, милики, отойдите. Чуть сбоку поставим. Захильте милики. Наша БР есть, Бокруса БРнишь. Нахера ты сейчас вставал, Бокрус? Ну, он не понимает. Надо было встать после взлета. Урон. Слава БР. Факт. Факт. Настирал. Из мегазоны прибежать, выкусить его. Кто тебя выкусил? Не видел, но я видел Undead. А, значит, я тебя принцип выкусил. Все. Трогаю, я сову убил. Да я вижу, ложимся. Ох, как же это бесит. Ты там клизму еще в лужу разлил, да? Я понял. Прикольно. Да, сейчас дам переход. Подойдите кто-то ко мне, там юбка, котяка, чулан. Ой, пак. СС есть, встану. СС? Ну, диван дам, чтобы... Блин, не успел. Спасибо, все косячит. Масрез забагался, подниму меня. На себе за что? Это что кусает кого-нибудь? Хилалку кусал. Какая разница, а, уже не было выхода. Конец, все равно. У тебя пингует клизма или что? Судя по ДПСу, ничего мне не пингует. Нет. Расслакал. Это все. Он заигрался, он хорошо. Да надо сейчас перерыв на 5 минут будешь делать? Не на 5, минуты на 3. Ну нормально, я сейчас как раз пройду и до кухни будет сладко. Просто траев уже много было, что-то подзадолбал рутина. Плюс считай, сколько я в рейды не ходил. Потерялся малость. Пока думал, кого кусать. Вудшейпер хотел укусить, что-то мне не получалось. Я читал, кто-то куснул. 3 минуты 15 есть. Не было укуса. Когда первый укус был, я пока думал, кого кусать, на меня кинулся этот тень, я что-то вообще затупил на этом моменте. Перестал следить за ДБМом.
Нету. Есть рыба? Рыба есть. Ну, это дикой магии дать. Если надо. Мне? Зачем? Нет, задумал. Все. Нет, давно не брал. Поставил. Саня, у тебя есть хоспоты? Нет. Тебе надо прожимать именно на взлетке. Хоспот один можешь прожать. На второй. Я сел в берсу жму на первой взлетке. Там на первой взлетке идет прожимки. На второй уже идут свои, более-менее. Так, чек на готовность. Рыба была, а, это было... Блять. И начнёшь. Ну, ты понял, да? Да, где? Понял. У тебя не получилось. Блять, подошёл в центр. Всегда так подходил. Ну, может, чуть-чуть ближе. Давай, нахуй. Дед, извините. Ну, бывает. Чё? Некуда. Отлично. Давай, мосрез пусть. А. У меня есть. Не повезло. По кому-нибудь резы хилов пусть резаются. Для всех рез. Там КД. КД 5 минут. Ох, массовый работает. Кого-то резнешь, кого-то нет. У меня нет КД. Это называется, уже заигрались. Очень долго, очень много. А вообще уже. Не тупить. Очень важно, кстати. Поэтому всегда первые трое самые лучшие. Да. Прав. Люди, еще такое дело. Укусы обязательно раздавайте хантам, варам и африлокам. Потому что под конец они там по 150, по 160 как ритуют. Кто? Локи, ханты. Локи, ханты, вары казнью своей. У меня лично по 120 как риты вылетают под конец, когда этот убийственный выстрел прокает. Ну хантам да, но варам 120 ка я вряд ли. 50 с максимум. Ну, в своем. Вообще по стандарту обязательно кусает варов, хантов и локов, афли. Потому что под конец они прям, ну, выдают ой-ой дамага. Роме, вставай. А, да-да, точно, демоны. Арамсов не кусайте, мы не бьем через казнь. Да-да-да, именно фури варов надо. Рома, вставай. Роме, элемент, вставайте. У меня еще из старой банки огурец. Где Роми? Не могу. Ну, арок не знаю, как здесь. Ой, я тебе не отдал. В других сервах, ну, и у меня лично вар был. Он, правда, топовый вар был, но у меня там по 100-110 как криты вылетали в казни. Там 30% баф был, не? А, да, точно, бармен, да, там 30% баф.
full buff. Дживс поставил, если кому-то надо чиниться. Где? Справа. Говорят, Войт сегодня тебе починку платит. Чек на готовность. Бафы проверили. Слава. Твоё окно не все готовы. Счет на пол. Факт. Орхидея. Пакт. Наш. Пак. Лилил. Да, мы едем. Нет. Возле теней стоишь, Бокрус. Возле теней стоишь, Бокрус. Возле теней стоишь. Смотри внимательно. Пак. Шаман это тема трепета. Роме. Да я хотел спасти. Два трупа. Уже убежал. Соло труп. Наша БР, мамоедик. Котяка БР сил. Пакт. Маша побежала. Лопасос БР, мамоедик. Сразу баф дали по локу по ханту. Факт. Орхидея. Факт. Быстрее. Потом мы трепета обновили, клизма побежал. Все, все, нет. Мастер Аур, нажмите, кого темное. Клинит Бокрус, отошли. Ну, Эдик, тут Шейпер нет, он же теперь. Видите, на эти стрелы кидают.
Если не сохраняется ружа, 8 тысяч прилетает игроку, который рядом. Или игрок. Факт. Мангиал. Че ты прыгаешь, ты же дебильный. Вкусы раздали? Сейчас, секунду. Геру надо давать. Даю. Геру дали. Факт. Вот, есть баба. Давай на последнюю секунду заберем. Бесим. Потому что беса. 3 секунды. Факт. Блять, кого куснуть? Тыкните. Роме. Держу. Отдал саку. Ого. Взлетка, ну, или что? Ну, если помоедик. Давайте добить 3%. Пробуйте добить там понты. Да, не убьют. Под силу одного. Который в контроле. Вот двоих убило, которые... В контроле сразу отбегай. Отбегай. Ой, сдохли, не хватило. Пас, привет, давай. А, у всех протоп жестко был. Умер мамоедик. Силу. Да, силу. Мамоедик умер 2 раза. Да, мамоедик умер 3 раза. А, да, два. Встал нормально. Он про... Ну, еще ближе подбегай, еще подбегай. Нормально. Рез. А Роме чего не кусаете, да? Ну, зато я Роме не кусает, а главное, все в бешенство падает, много людей не укушено. Нормально. Когда 16 уже впадает в бешенство, это вайп. Там можете даже, ну, не стараться, не получится у вас. Посмотрите, Роме без укуса, Лок без укуса. Вы не понимаете, что это вам на руку, когда вы кусаете? ДПС уже больше. Зачем вы хилов кусаете? Без толочи. Поэтому людям нужно скачать рекаунт и смотреть первые 15 человек под... Рекаунт есть на Сирусе. Проблема в том, что они не могут делать 3 действия подряд, походу. Как так? Бежать, кусать, ДПСить, о, даже смотреть рекаунт, 4 действия. Попротопа-то нету, вот и все. Ну смотри, вот силу... Там до взлетки, по-моему, они упали, да? Да. Нет, просто на, как перед взлеткой, короче, пробежали за мной, короче, лужу кинули. Потом, когда контроль дали, это, в страх, и меня в лужу загнало, и все, я там сдох. Ну, почему я сдох в лужу, ой. Сила, Линка, не, пожалуйста, свои дефы. Ну, там минимальный деф, но есть один. Есть такая штука еще интересная. Перед тем, как Валька взлетать будет, она дает фир. Так вот, когда она от танков идет в центр, нужно посмотреть, если ты рядом с лужей стоишь, то отойти дальше от лужи, как можно дальше, метров на 20. Тогда с эфиром, возможно, ты не забежишь в лужу, не сдохнешь. Там всего 4 секунды. Да, Лимон, я отхожу от лужи очень далеко, почти к хилам. Она не кидает ничего, и меня не кидает в лужу, понимаешь? Ну, там унижит и меньше контроля, лужи, тролля тоже меньше. Туда. Просто тупо от лужи нужно отойти, можно чуть раньше нарушить. Перед фиром, а после фира все равно взять рейндж, потому что вой дает ШВ, и по вам все равно урон резистим. Поэтому на взлетке можно чуть-чуть сбежаться в центр, нарушить рейнджу, а после фира снова его набрать, пока действует ШВ. Вот и все. И хилы, акцент на этот, на взлетной фазе, пожалуйста, на меточке. Те, кто находится под укусами. Укусы мы не должны терять. Да и умирать не должны. С укусами да. Не будет. Он 3%, он тупо не хватил ДПС. Чек на готовность. Хватило укуса. У нас да. Под Герой было 8 укушенных.
Гера поздно. Гера должна даваться после того, как она второй раз садит. Вкусы раздали и сразу Геру. Там как вносят лужу лимон. Человек возвращается, дается Гера, если ему под укусом прослакивает. Вот. Значит, можно чуть потерять Гера сейчас. Чуть потерять Гера, но передать укус, там, снести пак, вынести тени, что-то такое. 45 укус, секунд до берсы дается Гера, я не знаю. Да. Хуже раньше смысла нет. 45-50 секунд, вот такой таймер должен быть. Ну то так же таймер не пашет нормально, как и на циркуле. Тут берса идет на 10 секунд позже, чем таймер. Даже отчет на пол. Это было неразумное решение. Факт. Элемент Про. Факт. Вот элемент пришел и стал не в рынже с мамой. Пройди вперед свои тотемы, гребаные. Что говоришь человеку, людям, что не говоришь? Мама Эдик и шаман Мирный Жест, а это он рядышком справа. Орхидея. Лево, отойди от меня. Можете раньше набрать? Два человека. Еще друзы. Вот, рассосали. Факт. Быстрее. Я же танков не достаю тогда, если я так стану. Лево, отойди. Подходи поближе, пусть остальные рассасывают. Твоя позиция важнее, чем у Дербида. Пусть они сваливают туда. Лилил. Факт. Шаманы, тотемы трепета. Клизма. Чуть-чуть отлышь, отвалились всех. Вот, захиливайтесь, рейдж набрали. Хилитесь, прожимайтесь. Кого что есть. Стрелы не ловите, пачки. Факт. Нарок побежал. Элемент, отойди от хила. Лео, набери рейндж. Сейчас нормально. Он у меня в рейндже 8 стоит. Да, норм. Нет, вроде должно. Сейчас нормально. Соблюдайте его. Весь бой. Рейнджа это важно. Факт. Клинит. Ох. 17 000 ДПС в жопу. Факт. Задум упал. Лилил. Задум упал. Я вижу. Блин. Тотемы трепета. Такую же ошибку допустил, как бок расставать надо после цветки. Кто с миликов не укушит, подойдите к шейперу. О, Мидвейки мой. Маш Бейр задумал сразу.
Пакт. Раздавали укусы, пакт. Ну. Котяка побежал. Да сбегитесь вы! Еще один минус укус. Геру дали. Да, уже понятно. Ложимся. Блин, на получай. Да, ты побежал. Получай за укус просто. А почему к нам третий не сбежался? Я не пойму. Двое сбежали, третий нет. Он кусал в то время, или его должны были укусить, я видел. Так, последний трай. На лане. Идем в Ахильч. Че, идем? Вальку? Да, ну. Хотя бы Валю, но надо убить. Тогда что-то мы на изи. Что это ходит? Так, эти. Есть на кого мы средства рис. Задум, а, слушай, а ты когда Роми кусал, ты в жопу его кусал или как? Ну, со спины персонажа или с лица? Просто иногда в жопу укус не передается. Нет, просто меня укусил перед этим один. А он не успел, вот все. Ну, значит, выбрал не тот таргет. Взял таргет, там же видно баф кровавого помешательства, как он там называется. Короче, прослабил. Нет, они одновременно меня взяли в таргет. Один из них укусил, второй я тут. Ну, смени сразу таргет, 10 секунд. Более локами или зоне там с кострами своими тусит. А, он еще и дестрик. В чем мелизоне дестриком? Обычно демон в мелизоне тусит первую часть боя. Смотри, если ты не демон, там ворвался, лучше потом набери ранжу, меньше урона будет проходить у тебя. И РТД быстрее раскусаешь того же мага, тех же хантов. Когда мосвец. Ну да, получается, что сап себе усложнился и прослакал укус. Смотрите, я вам говорю, 10 секунд, за 10 секунд, даже 10, ну, наверное, за 8 секунд выбрали себе цель. Ага. Бежали к ней за 3 секунды, постояли, подождали, укусили, набрали раньше, все. Хилы должны прохиливать, когда укусы сносят тот урон, который летит. По-другому никак. Не знаю, хочу сделать заявление. 2Т10 и 2Т4 говно на армс. Самое топовое это 4Т4. Не знаю, бурст есть, да, типа там.